Но все равно он прежде всего игрок силового плана. Возврат на синий гол. Это 2-1. И похоже, это гол Брэндона Минелла. Нет, это Ожиганов. Другой праворуки, но тем не менее гол защитника. А здесь уже две шайбы, и как раз Римашевский поборолся. Он пошел до конца, он там борьбу навязал. Именно он сделал последнюю передачу, но и Ожиганов поливает в дальнюю девятку. Ильенко тоже, я думаю, ассистентский балл получит, потому что он выдавал шайбу вперед на Римашевского. Но началось все именно с 87-го. Ожиганов подключился, попал из-под соперника, плюс ко всему там еще и Михайлов.